Добрый день. Сегодня 10 июня, среда. В связи с тем, что у нас на территории планируют ставить буровые вышки, мы сегодня будем ходить по сосновому лесу в поисках нетипичных заездов машин, а то и вообще возможности встречи с какими-либо сотрудниками газодобывающей компании. Сейчас мы находимся на границе соснового леса и ольхи, и здесь наткнулись на старую кормушку для животных. Несмотря на то, что кормушка уже старая, покосившаяся, этот навесик используется для того, чтобы под ним вешались веники с различными веточками, листьями, чтобы подкармливать животных при неблагоприятных условиях. Вот это, насколько я понимаю, солонка. И сюда закладывается соль, которую любят очень многие животные. Ну а дальше вот такие вот ясли. Ну, сюда, соответственно, вот ложат сено. Но, как я уже и говорил ранее, это все уже давно не востребовано. Ну, а мы будем двигаться дальше по территории соснового леса и смотреть, что происходит там интересного и, может быть, необычного. Вот виднеются еще столбики под вырубку. Так, понятно. На этот год, судя по столбикам, пол леса планируется вырубить. Не знаю, это благодаря там буровым или никак с этим не связано. Но, да. Вот. Еще один столбик. И там дальше еще на той стороне видны. Что ж, будем смотреть. О, тут какие-то косточки в песке. Опля. Кусочки челюсти. Давние уже, высохшие. О, ладно. Пойдем дальше. По просеке мы добрались до железнодорожного полотна и будем двигаться вперед по дороге по направлению к станции Еремовка, пока не встретим ближайший поворот сосновый лес. А вот под железной дорогой прямо выезд. Дорога ведет к Красноскольскому водохранилищу и деревне при ней. Подозрительные личности поехали. Понятно. Машина чуть живая, убитая. Дорога пошла дальше прямо. А здесь вот виднеется очередная просека квартальная, скорее всего. И мы будем двигаться по ней. Ух ты! Какой грибочек. О, это белый гриб. Он старый уже. Такой весь засохший. Какая красота. Ну что ж, запомним место, что они тут водятся в этом районе. Ну, будем двигаться дальше. По просеке мы опять вышли на дорогу. Сразу же наткнулись на еще один столбик. Вот такой вот. Да. Все-таки интересно, после всех рубок, запланированных на 20-й год, сколько столбиков я видел. От леса вообще что-то останется или нет. Ладно. Двигаемся дальше. Ну что ж, сосну мы осмотрели.
И кроме новых столбиков и сухих грибов, ничего не нашли. Сейчас мы будем двигаться в сторону речки и посмотрим, что находится там. Сейчас подойдем к озеру Теплинка. Посмотрим, не заплывал ли туда кто-нибудь. Так. Ну, следов свежих нету. Так. И контролька на месте. Можно двигаться дальше. В сторону реки Северский Донец. Ложбинку, которую мы переходим, чтобы попасть в луг, сейчас вот затоплена до сих пор. Поэтому преодолеваем. В основном вот здесь. Вот с помощью такого вот мостика из досок, который находится на бывшей бобровой плотине. Хотя, в принципе, учитывая, что уровень воды держится, не сильно-то она и бывшая. На прибрежных растениях можно часто найти вот такие вот штуки. Это оболочка личинки стрекозы. Когда она уже достигает нужного возраста, она вылазит на сушу, на прибрежную растительность, возможно, палочки. И, собственно, из нее вылупляются взрослые стрекозы. Сегодняшний день подходит к концу. Я надеюсь, что наша организация сумеет донести до местного населения и местных властей те беды, которые могут спровоцировать установка буровых вышек на нашей территории.